Пасха, надо дарить подарки. И вот Пермская Единая Россия, сейчас вы увидите фотографию, прислала путинской армии иконки. Внимание, это иконка. Это иконка. Это не марка почтовая. Это иконка с Путиным. Такой святой. Понимаете? Ну, чуть-чуть. Вот такая вот, такая вот история. Ну, оценивать мы это не будем. Я, например, считаю... Да, я считаю, что это вообще... Я человек не религиозный, но, на мой взгляд, это богохульство. Что это такое за новый святой такой? Значит... Ну нет, ну, у нас и старых святых в православной церкви хватает, у которых подвиги святого, они весьма-весьма сомнительны. Вот в Кунцеве стоит церковь святого Иоанна Воина. А в чем подвиг этого воина? Ну, он попал, да, православный, он попал в плен к турецкому паше. И верно ему служил. Служил до того, что он даже совершил чудо. Паша был где-то в отлучке, ему ужасно захотелось плова, который он дома вот имел. И перед ним внезапно появилось блюдо с этим пловом, якобы хлопотами чудодейственными вот этого Ивана Воина. И только за то, что он был в рабстве и верно служил своему мусульманскому владельцу, вот он провозглашен святым.